Дорогие друзья, слава Господу за прекрасную возможность приветствовать вас из студии «Конец времени» на программе «Библия и только Библия». Сегодня мы начинаем цикл встреч на тему «Откровение Иисуса Христа для народа последнего времени». С нами в студии брат Юрий Потапов. Дорогой брат, благодарю Бога за эту встречу. Слава Господу! И вначале я хотела бы напомнить нашим дорогим друзьям, что несколько лет назад мы уже исследовали с вами книгу «Откровения». И возникает такой вопрос, почему же мы снова возвращаемся к этой удивительной книге? Какая причина и цель этой программы? Да, это нужный вопрос, потому что время идет стремительно, события меняются, и мы видим на основании книги Откровения и вернейшего пророческого слова, что стремительно все идет к своему логическому концу. Поэтому есть необходимость пересматривать книгу Откровения в связи с последними событиями, которые происходят вокруг нас. И особенно эти события напрямую связаны с христианством всего мира. Поэтому эта книга не должна быть упущена из внимания народа последнего времени. Ее постоянно нужно изучать. Поэтому в третьем тексте первой главы книги Откровения написано: «Блажен читающий». Это единственное число, непрерывный глагол, то есть постоянно читающие и слушающие слова пророчества книги сей, ибо время близко. Поэтому слава Господу за эту прекрасную возможность, что мы можем вновь обратиться к этой удивительной книге. Слава Богу. Да, слава Господу. Дорогой брат, и какая же основная тема книги Откровения? Основная тема, конечно, сфокусирована на Иисусе Христе и том служении, которое Он совершает в небесном святилище. Но для народа последнего времени основная тема – это весть, предостережение и приготовление к встрече с Господом. Но следует сказать, что книга Откровений и вообще все книги Библии, они понимаются, так скажем, народом Завета очень просто. С одной стороны, нас отрывает культура и языковой барьер со словами Священного Писания, но тем не менее, если, так скажем, объяснить это простым языком, то становится гораздо проще. Что я имею в виду? Да, вот, допустим, каждый из нас достиг какого-то предела возраста. И мы помним, что у нас было в детстве приятное и неприятное. И мы идем, ну, допустим, по улице и чувствуем какой-то запах. Мы же не только запах почувствовали, у нас сразу этого ассоциация с той историей, где мы помним этот запах. Да, как это воспоминание сразу. Да, сразу. Или идем также, и музыка знакомая. У нас сразу картина, где мы это слышали, при каких обстоятельствах. Нравится нам или нет. Да. И Священное Писание, оно точно работает точно таким же образом. Когда я читаю какое-то пророчество, если я знаю все священное повествование, я не говорю наизусть. Ну, если я живу этим словом, то у меня сразу возникает много ассоциаций. Угу. И я вижу целую картину. Но для примера, чтобы не голословить, давай мы откроем первую главу книги Откровения и посмотрим первый стих. Можно, конечно, озвучить его наизусть, но лучше прочитать из Библии. Пожалуйста, первый стих озвучь, чтобы нам увидеть, как это работает на библейской практике. Первый стих первой главы. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав он и через ангела своего, рабу своему Иоанну. Вот когда Иоанн пишет эти слова, он сразу вспоминает эти слова, так скажем,
в общем контексте здесь говорится о важности приготовления Божьего народа к брачной вечере. Вроде бы, с одной стороны, ничего не сказано в этом тексте о брачной вечере, но для Иоанна это приготовление для брачной вечери. Потому что есть выражение, что Бог послал ангела своего. Я говорю, что мы оторваны от культуры того времени, но тем не менее, чтобы нам это увидеть, давай посмотрим, если даже мы не знаем текста оригинала, это ни о чем не говорит. Каждый человек, находясь в своей стране, если будет сравнивать Библию с Библией, то он это увидит, что о чем идет речь. Первый стих полностью отражен целиком, и еще добавлен контекст брачной вечери уже в 22 главе. Как это интересно. Да, прочитай, пожалуйста, 22 главу. Давай возьмем с 16 и по 17 текст включительно. Только нужно помнить, что мы прочитали в 1 главе, в 1 тексте. Да, конечно. Угу. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Замечая слова в 16 тексте, «Я, Иисус, послал ангела своего засвидетельствовать», но более точнее в греческом, «в отношении церквей». Что ожидают церкви последнего времени. И появляется термин «дух» и «невеста» говорят «приди». Вот это слово «приди» – это зов на брачный пир. И в 19 главе неудивительно, что жена приготовила себя для брачной вечери Агнеца. И выражение первого текста показывает важность книги Откровения для приготовления Божьего народа для брачной вечери. Это удивительно. А что касается всего Бога Откровения в этой книге, то Бог показывает, что Он делает в плане спасения для своего народа, что Он делает в отношении того, что если мы испачкали брачные одежды, описывается ходатайственное служение Христа, и в то же время книга Откровения показывает, что делает сатана, чтобы осквернить Божий народ. Итак, основная тема – это приготовление народа к брачной вечере. Да, если точнее, это для нас основная тема. Для нас, конечно, да. Основная тема – служение Христа в небесном святилище для своего народа, чтобы приготовить его для брачной вечери. Тем более сейчас в свете последних событий это так важно. Да, тем более если мыслить библейскими категориями, мы все-таки вернемся к нашей теме, то Иисус, говоря о конце времени, Он использовал этот язык приготовления. Давай откроем Евангелие от Матфея, 22 главу. Да, 22 глава. Тексты мы озвучим. Иисус здесь говорит вообще как бы притчами о том, что Он неоднократно посылал рабов своих, чтобы позвать званных на брачный пир, да? Да. И люди оправдывали себя, говорит, я женился, другой говорит, я себе волов купил. Тогда Иисус говорит, пойдите на распутье и приглашайте всех, кого найдете. То есть практически здесь описывается уже контекст, что к этому событию нужно быть готовым. Не может человек приготовиться, если он занят повседневной жизнью. То есть Иисус приглашает, да, а человек занят. Приглашает приготовиться. Но, тем не менее, здесь есть, так на первый взгляд, парадоксальные, так скажем, слова. Итак, пойдите на распутье, всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы, те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты сюда вошел? Не в брачной одежде. Он же молчал.
И Иисус говорит слугам: возьмите его за руки, за ноги и бросьте, выбросьте во тьму внешнюю. То есть сам Господь использует язык брачной вечери, показывая важность приготовления. Или же 25 глава. Ну, мы эту главу все знаем. 10 дев, готовящихся к брачной вечере. 5 запаслись маслом, а 5 не запаслись. В полночь раздался крик: вот жених идет, выходите навстречу ему. И готовые, подчеркнуто, вышли. То есть язык брачной вечери имеет начало в книге Откровения. Иисус для этого посылает ангела своего засвидетельствовать нам сие в церквях. И в первом тексте мы видим, что Бог дает откровение через Иисуса, а Иисус, в свою очередь, послал ангела, чтобы показать, чему надлежит быть вскоре. Да. И вот это выражение, оно практически для Иоанна, когда я повторюсь, когда Иоанн пишет первый текст, у него сразу возникает библейская картинка. От книги «Бытие» и до книги «Откровения», и все промежуточные истории. Вот это очень интересно. Другими словами, когда Иоанн пишет это, он сразу вспоминает знакомые слова. Знакомые слова. Какие и у него слова? Рисуется картина приготовления Божьего народа, который представлен в символе жены, для встречи со своим Господом. Чтобы не голословить, нам нужно только запомнить выражение, что Иисус послал ангела своего. Я думаю, это нетрудно запомнить. Да. Давай откроем 24 главу книги «Бытие» и посмотрим, как эти слова, так скажем, Иоанну напоминают множество историй, которые показывают важность приготовления для встречи с женихом. 24 глава описывает нам историю Авраама, который достиг уже зрелого возраста. И он живет, так скажем, хотя эта земля обетованная, но на этой территории живет много хананеев. И Авраам призывает Елизера, это сириянин, ну, армиянин, Авраам тоже армиянин. Слуга его. Да. И Елизер говорит Аврааму понятные слова, а вдруг она не захочет пойти. И вот наша ключевая фраза. Давай посмотрим 7 стих из 24 главы. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Спасибо. Что-то общее есть с текстами из книги Откровения? Да, мы прочитали: пошлет ангела своего, он пошлет одно ангела и то же еврейское выражение — шалях малахия. То есть практически, когда Иисус дает откровение, он говорит слова, понятные для Иоанна. Ты сказал «шалиах малахия», это что? Но если мыслить, допустим, русскими категориями, то в нашей стране тоже существовал обычай, может, в каких-то деревнях он существует до сих пор, перед, так скажем, от жениха к невесте посылали сватов. Только, конечно, я понимаю, что это немного отличается от нашей культуры, но, тем не менее, обычай сохранен. И он берет начало вот оттуда. Жених перед собою посылает сватов, и таким образом, если невеста согласна, она готовится для встречи с женихом. Шелях Малахи – это, так скажем, доверенное лицо господина. Но шелях, он имеет право от лица, пославшего его, заключить помолвку
и имеет право от лица пославшего расторгнуть ее. Все зависело от того, как отнесутся к вести посланника. Если отнесутся достойно, то помолвка состоится. Если нет, то Шелях объявляет, что помолвка расторгнута. Да, понятно. Здесь очень важно, мы всегда будем сейчас на протяжении, так скажем, библейского экскурса с этим встречаться, чтобы нам понять, насколько важна книга Откровения. Без нее приготовиться невозможно. И это очень важно. И мы видим, что вся 24 глава дальше повествует, что Елизер, как посланный от Авраама, он раздает дары всей семье Ревеки, а Ревеки особые дары. Дары, которые показывают, что она принадлежит уже жениху. Вот это очень важные моменты для того, чтобы увидеть, что мы тоже приняли весть от апостолов, и слово «апостол» и «шелях» – это адекватные слова, только на разном языке. «Шелях» – еврейское слово, «апостол» – греческое слово. Но если на русский, и тот посланник Божий. Посланник Божий. Да. Не просто посланник, он должен выбрать невесту для Иисуса. Это очень ответственно. Да. И посланник обязан не просто заключить помолвку, а приготовить невесту для встречи с женихом. Угу. То есть рассказать невесте, что жениху приемлемо, а что ему неприемлемо. По каким правилам жених, так скажем, соглашается связать свою жизнь с этой невестой. Если невеста пренебрегает советами посланника, я повторюсь, посланник от имени пославшего его разрывает условия договора, хотя при этом дары дарованы, но она уже не принадлежит жениху. Это очень серьезный момент. Да. И самое интересное то, что практически все истории Ветхого Завета, они же громким эхом кричат о том, что все эти истории указывают на Мессию. И практически вот эту историю Бог применяет в отношении себя. Во-первых, мы прекрасно понимаем, что эта история является буквальной историей. Да. Но за этой историей стоят духовные события. Что я имею в виду? Авраам – богатый человек, ему Бог обещал землю во владение, имеет единственного возлюбленного сына, рожденного по обетованию. И Бог говорит ему: отведи на гору Моря и принеси во всесожжение. А Авраам возлагает в 22 главе на Исаака дрова и ведет его на гору Моря. И это же указывает на служение Иисуса. Бог богатый всем, да. Владыка всей земли, на Голгофе принес Иисуса во всесожжение, возложив на него деревянный крест. То есть мы, когда читаем Священное Писание, мы должны видеть, что стоит, кто стоит за этими буквальными историями. Это потрясающе, брат. Да. Поэтому эта история, я повторюсь, она буквальная, но за ней кроются духовные смыслы, которые поднимают наши ослабевшие руки. Если Исаака Авраам получил в предзнаменование, что Бог силен воскрешать из мертвых, об этом говорит Павел в 11 главе послания к евреям, то это указывало на Христа, что Бог воскресит Мессию из мертвых как первенца, чтобы мы имели надежду воскресения из мертвых. Слава Богу. И Бог выбирает, парадоксально, Бог выбирает невесту для своего единородного возлюбленного сына, который, подобно Исааку, родился по обетованию. И давай посмотрим, как теперь эта история начинает формировать божественное провидение. Хорошо. Без этой истории мы не можем понять всех последующих историй, и мы никогда не поймем смысл, я имею в виду
истинный смысл всего Богооткровения, который записал нам Иоанн на острове Патмос. У нас это есть, удивительно. Да. У нас есть книга «Исход». Давай откроем 23 главу из книги «Исход» и посмотрим здесь несколько текстов. Прежде чем мы их прочитаем вслух наших дорогих друзей, хотелось бы напомнить, что эта история описывает, когда Бог призывает Моисея и говорит: «Пойдешь в землю египетскую и возьмешь мне оттуда целый народ». Моисей, подобно Елизеру, говорит: а может быть, они не захотят. Да. А может, говорит, они меня не послушают, что мне делать. Давай посмотрим, что Бог ему говорит. Только будем помнить, что говорил Авраам, когда посылал Елизера, и который говорил слова, подобно Моисею: может быть, она не захочет пойти. Ну, что он пошлет ангела своего. Да, давай прочитаем. 20 стих. Из этой главы, 23 глава, Исход. Прочитай, пожалуйста. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил». Что-то общее есть. Конечно. С нашими текстами. Да. То есть практически история Авраама послужила уроком для того, чтобы показать Божьему народу важность приготовления для встречи с Господом. На горе Синай, если говорить библейским языком, не спекулируя контекстом, произошла помолвка. Бог, когда дал 10 заповедей своему народу, таким образом он показал, что теперь израильский народ принадлежит единому мужу. И это очень важный момент. И Израиль получил духовные дары, подобно Ревекке и ее дому. Потрясающе. Самое главное, интересен и 21 текст, показывая власть Шелиаха. 21, я прочитаю? Да, 21 стих. «Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Здесь важный момент, этот ангел может прощать грехи, а имеет право оставить грехи. Это уже показывает божественную сущность. Что это Иисус. Да, божественная сущность, которая может простить грех, может оставить грех. Поэтому здесь Моисею сказано важность приготовления. Блюди себя пред лицом его. Не пренебрегай, что скажет тебе посланник, который ведет тебя в ту землю, где ты встретишься со своим Богом. Другими словами, посланник, подобно Елизеру, рассказывает, что нравится жениху, что ему не нравится. Да. И я сомневаюсь, что Ревекка, так скажем, проходя Аравийскую пустыню с Елизером, это чудо, нельзя пройти Аравийскую пустыню. Ходил только Авраам и израильский народ. Это они делали с Богом, без Бога это невозможно. Понятно. Поэтому новозаветная церковь гонима драконом по пустыне. То есть все Иоанн сохраняет в книге Откровения, даже контекст. И в пустыне Бог начинает готовить свой народ. Потрясающе. Да. Если мы эти переклички делаем, то есть вспоминаем, у нас будет правильная ассоциация при чтении книги Откровения. И мы видим, то есть, что получилось в первой истории. Если бы Ревекка, так скажем, я никогда не могу поверить, что Ревекка не задавала Елизеру вопрос. Я тоже так думаю. Об Исааке она его не видела. Как он выглядит? Конечно. Что ему нравится? Да. Что не, а где он живет? А чем занимается? И Елизер был обязан представить Исааку приготовленную невесту. И эти моменты очень важны. Почему? И, извини, брат, в то же время он должен был хорошо знать самого жениха.
Поэтому, его характер, привычки, все. Поэтому на Востоке слово «слуга» Авраам не мог послать простого слугу. Это больше, чем слуга, друг. Авраам о нем скажет, что Елизер становится моим наследником. Это доверенное лицо пославшего. Да. Посланник очень хорошо знает характер своего господина. И он представляет этот характер, потому что есть в Библии описаны ложные посланники. Их об этом очень много говорит Священное Писание. Давай посмотрим, к примеру, возьмем 23 главу книги пророка Иеремии. Мы здесь возьмем несколько текстов из этой главы. Здесь описано то, что люди представляют себя посланниками, но Бог их не посылал. Давай прочитаем 16-17 текст. Я уже открыл, я прочитаю. Хорошо. Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующие вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят, пренебрегающие меня. Господь сказал: мир будет у вас, и всякому поступающему по упорству своего сердца говорят: не придет на нас беда. Ибо кто стоял в совете Господа и видел, и слышал слово его, кто внимал слово его и услышал. Другими словами, эти пророки, они дальше будут сказано, что они посланники, Бог их не посылал, они сами побежали. Они говорят пренебрегающим Господа: мир будет. Они не готовят народ для встречи с Господом, они обманывают народ, не рассказывают народу, каков их истинный Бог. Дальше смотрим. Я попрошу тебя прочитать 21-22 текст. «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их». Спасибо. Здесь говорится в 21 тексте, что Бог не посылал. Не посылал. И использовано еврейское культовое слово «шлях» – «не посылал». Угу. Это не посланники, это ложные пророки. Если бы я их послал, то они обязаны приготовить народ, а они этого не делают. Предупредить. Да, предупредить. Угу. И дальше мы видим, что они думают, что вообще, для чего они так себя ведут, 27-28 стих читаем. «Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из Ваала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово... Тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь». Это слово Божье. Бог весьма, так скажем, ревниво относится к тому, как о нем говорят. Он не терпит, когда люди рассказывают о Боге легкомысленно или предположительно, думая, что Бог является таким, каким он представляется тем или иным человеком. Бог желает, чтобы его представляли на основании Библии, на основании слова. Посланник должен приготовить народ, подобно Елизеру, подобно Моисею. Моисей в пустыне учил народ и оставил нам закон. И там четко прописано, что нравится Господу, что он ненавидит. Еще... Другими словами, Моисей тоже является посланником, которого Бог послал в Египет, но над Моисеем есть божественный посланник, который вел израильский народ в землю обетованную, готовя, помогая Моисею приготовить Божий народ.
И смотри, слава что Богу. Здесь сказано дальше. Мне бы не хотелось урывать из этого момента, потому что это важный момент, о котором говорит пророк Иеремия. Я прочитаю с 30 текста. «Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал». Ты видишь, как говорит Господь? Они говорят свои слова, а говорят, что Бог сказал. Обманывают народ. И дальше Господь говорит, вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. То есть Бог говорит, я не посылал их, а если бы они стояли в моем совете, говорит Господь в этой же главе, то они отводили бы мой народ, подобно Моисею и всем посланникам, от греха. Но ведь Господь говорит не только народу того времени, но и нам говорит. Конечно, об этом. Это все, предупреждает нас. Все это послужили нам как образы, а оставлено нам в наставление, как народу последнего времени, чтобы мы не были похотливы, как они были похотливы. И если кто говорит, то говори как Слово Божие. Да. И в книге пророка Малахии мы находим последние слова, которые обращены к Израилю Ветхого Завета. Я имею в виду непосредственно через пророков. Книга пророка Малахии, можно прочитать первый стих из этой главы, если ты открыла, пожалуйста. Какая глава? Третья глава книги пророка Малахии. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот, он идет, говорит Господь Саваоф». Невозможно не увидеть тесную связь этих слов с 24 главой книги «Бытие», да, с 23 главой книги «Исход». Только разница в том, что в тех случаях Бог посылал ангела Шеляха перед лицом народа, чтобы тот их ввел в землю и приготовил их сердца для встречи с Господом, научил их, что нравится Господу, а что не нравится, от чего необходимо избавиться перед встречей с женихом. Здесь же фокус меняется. Народ думает, что он приготовлен. Бог посылает пророка по имени Малахия. Малахия, Шелях Малахия, посланник. Это тот, который предъявляет претензии и говорит, вы недостойны моего господина, и я свидетельствую вам, если не исправите путей ваших, то я расторгаю помолвку, которую вы заключили на горе Синай. Малахи, я повторяю, имеет право заключить помолвку, имеет право отменить ее, расторгнуть, говоря библейским языком. Какое серьезное предупреждение. Поэтому Малахи – это книга претензий к народу Завета, который не верен в своем договоре. И здесь Малахи говорит, раз вы готовы, как вы думаете, то Бог уже готовит ангела перед своим лицом для встречи. Фокус поменялся. Раньше Бог посылал ангела перед лицом израильского народа, а здесь Бог посылает того же самого ангела перед лицом Господа для встречи. И чтобы нам это увидеть, важную картину, как она описана в Библии, следует прочитать 4 главу. Это продолжение книги пророка Малахии. И здесь переключается фокус на то, что как будет происходить встреча? Что Бог сделает перед этой встречей? 5-6 стих, пожалуйста, прочитай. «Вот, я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием».
Иоанн приходит в духе и в силе Илии, да, чтобы приготовить народ для встречи с Господом. Поэтому возникает очень много вопросов у людей, которые встретились с Иоанном, который провозглашал весть. И здесь очень интересный момент, вот как Евангелие начинается, Марка, кто такой Иоанн, кто такой вообще Илья, о котором говорит здесь Малахия. Мы знаем, Илья вознесся в небо, а кто под этим образом должен прийти буквально? Мы можем прочитать. Да, первая глава Евангелия от Марка, 1-2 стих, где сказано начало Евангелия Иисуса Христа, как написано у пророков. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Очевидно, что это пророчество непосредственно относится к служению Иоанна Крестителя, который приходит в силе и в духе Илии. И здесь написано «приготовить путь». Он должен выровнять путь, ну, образный язык, выровнять. И если посмотреть внимательно Евангелие от Луки, 3 глава, нам интересно. Здесь все говорится, ключевая фраза о том, что Бог посылает перед собою ангела, который провозгласит весть, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. И 5 стих. Да, вот 5 стих нам будет нужен. Для чего? Чтобы посмотри, что он делает. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится». Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Для чего? И узрит всякая плоть спасение Божье. На пути спасения стоят преграды. Кривые пути, холмы, горы. Это образный язык. Люди, выставляя свое, так скажем, свою набожность, заграждали у людей взор на Спасителя. Иоанн говорит, будьте пониже. Люди, которые искривляли прямые пути истины, Бог говорит, выпрямите эти пути. И тогда простой человек увидит спасение Божье. Сегодня они за вами не видят спасение Божье. Поэтому этот образный язык показывает важность приготовления и важность вести пророка Илии, который начал возвещать весть на горе Кармел. И ее продолжает Иоанн Креститель. Слава для Богу. Того, чтобы, так скажем, люди встретились со своим Господом. И когда Иоанн сказал всем гордым, богатым, духовно обогащенным, так скажем, бугры, будьте, говорит, ниже, за вами, за вашим, так скажем, тщетным благочестием народ не видит Спасителя. Вот что он им говорит. Когда он им сказал, посмотри, что происходит. Об этом говорит только один евангелист, Евангелие от Иоанна. И эти слова, как они среагировали на весть Иоанна Крестителя. Первая глава. Я прочитаю с 18 текста, лучше с 19. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи присылали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же, ты или я? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ, пославшим нас?» «Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал, вот цитирует слова Шеляха Малахи, «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия».
а посланы были из фарисеев. Иоанн специально описывает в Евангелии, кто были посланы из фарисеев. Они прекрасно знают учение Священного Писания. Для них эти слова Иоанн является шеляхом Малахии, который готовит народ для встречи с Господом. Важно очень увидеть, как сам Иоанн понимает свою миссию. Давай мы посмотрим это уже в третьей главе. Да, третья глава от Иоанна, с 28 текста по 30 прочитаем. Прочитай, пожалуйста. «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». Ему должно расти, а мне умоляться. Спасибо. Иоанн говорит, что он друг жениха, подобно Елизер, друг Авраама. Шелях Малахи. Он готовит невесту. Это важные моменты. Сам Иисус, кстати говоря, говоря об Иоанне Крестителе, давай посмотрим, что он говорит об Иоанне Крестителе. Седьмая глава Евангелия от Луки. Можно взять, не будет лишним, с 24 текста по 28 стих. Извини, какая глава? Седьмая глава. Давай я прочитаю. «По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» Иисус задает народу вопрос. Дальше говорит, что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды, но одевающийся пышно и роскошно живущий, находится в чертогах царских и спрашивает, что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. И вот наша ключевая фраза. Иоанн больше пророка. Иоанна, когда спрашивает, ты кто, пророк, он говорит, нет. А Иисус как бы объясняет, почему сказал Иоанн, что он не пророк. Он больше пророк, он шелях Малахия. Смотри, что говорит Господь. «Сей есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». И Иисус говорит, «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет никого». Ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его. Другими словами, я еще раз повторю нашим дорогим друзьям тот факт, что когда Иисус говорит эти слова, это обычай шелях Малахия. Когда Малахия приходит, чтобы заключить помолвку, он в доме больше всех. Он учит невесту, он объясняет невесту, все внимание на посланника. Когда приходит жених, которому готовит путь посланник, посланник отходит на второй план, и меньший, который, так скажем, в лице жениха ожидал своего выхода, он становится больше. И он говорит интересные слова народу. Что ходили смотреть вы, богатого, знатного? Вы что ходили вообще смотреть? Но они-то, говорит, вы за богатыми гоняетесь, за знатными, но они в чертогах царских живут, а Иоанн в пустыне. Кстати говоря, когда ученики первый раз встретились с Иисусом, по словам Иоанна, они первые, что задают вопрос, меня всегда это так удивляет. Учитель, где живешь? Где живешь, да. А зачем они спрашивают ему? Посмотреть, наверное, как. Они думают, ну и раз это божественный мессия, он же должен жить, очевидно, в чертогах царских. А Иисус им просто говорит, пойдемте и увидите. И они увидели, где он живет. А он живет в доме плотника. Поэтому Иисус говорит все в ключе Библии. Сегодня на нашем пути тоже могут стоять духовные горы в виде отдельных личностях. А Бог им говорит, «Падите вниз, за вами мой народ не видит спасения». Брат, я хотела спросить, а кого сегодня представляют шелях Малахия?
Давай откроем второе послание в Коринф. Нам интересна 11 глава. И прочитаем второй стих из этой главы. Второе послание. Да, второе послание в Коринф, 11 глава, второй текст прочитаем. Прочитай, пожалуйста. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистое дело». Во-первых, мы видим, что апостол Павел называет себя шеляхом Малахи, апостол, апостолос посланный, еврейская шелях, это одно и то же. Павел говорит, я не только проповедую Евангелие, те, кто уверовал в эту весть, я готовлю для встречи с женихом. И Павел практически объясняет во всех посланиях, что нравится Иисусу, что ему не нравится. И книга Откровения наполнена мыслью, что Иисус ненавидит, когда обращается в послании к семи церквям. Поэтому язык приготовления к вечере является ключевым моментом ко всему Богооткровению, которое относится к приготовлению Божьего народа. Как это выглядит? Давай смотреть. Первая глава. Нам интересно книги Откровения. Вопрос твой нужный и заслуживающий внимания, чтобы прояснить этот вопрос. Посмотри, с одной стороны, Бог посылает ангела в первом тексте, да? Да. А в 20 тексте? «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангела семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». И это служители церквей, которые должны приготовить Церковь Божью на основании Священного Писания и свидетельства Иисуса Христа для приготовления для встречи с Иисусом. Ну а как вообще можно сопоставить небесное, а здесь человек греховный? Хорошо, давай попробуем это сделать на основании книги Откровения, чтобы увидеть, как она написана. Да, конечно. Посмотри, что здесь сказано. Нам интересен 10 стих, когда Иоанну показал ангел брачную вечерю. В 10 тексте что написано? Прочитай, пожалуйста. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Спасибо. Посмотри, что делает ангел. Он говорит, я сослужитель тебе и братьям твоим. Если мы подхватываем миссию посланника, то небо объединяется с земными служителями, чтобы подкреплять, чтобы поддерживать, чтобы показывать, чтобы предупреждать. Иоанн понимает превосходство ангела, желает почтить его, но ангел говорит, смотри, не делай сего, я только сослужитель тебе и братьям твоим, как ты пророком. А книга Откровения тоже имеет такой статус пророческий. То есть такая важная миссия возложена, да, на посланника. Да, он должен предостеречь Божий народ и приготовить для встречи с женихом. Хорошо, я поняла, спасибо. Но скажи, а сегодня, почему же сегодня посланники не отражают эту весть, которую Господь желает дать народу своему для приготовления? Людям сегодня свойственно примиряться, говорить о мире, о безопасности. Мы читали уже это в 23 главе книги пророка Иеремии. Мы читали. Люди, желающие сохранить свой статус благополучия, они никогда не будут открывать рта за настоящую истину. Потому что истина ставит нас перед выбором. И не все выберут правильный путь. Иисус сказал, не все выберут правильный путь, потому что узкие врата, ведущие в жизнь вечную, поэтому не всякий избирает этот путь. Каждый человек понимает прекрасно, если он начнет провозглашать весь предостережение,
то он будет подобно Илии, возмутителем спокойствия. И Иоанн стал провозглашать весть Илии, что с ним сделало общество. А если люди понимают, если они сегодня начнут проповедовать трехангельскую весть, что сегодня сделает с ним общество, которое готовится к объединенному, так скажем, празднованию 500 лет протестантизма? При этом, после этого праздника, когда они отпразднуют этот праздник, они скажут, что протестантизм изжил сам себя. Мы ведь вместе отпраздновали протестантизм. Я понимаю этих людей, если бы они праздновали протестантизм и провозглашали последнее предостережение, то да, вот примерно, как трехангельская весть была провозглашена на празднике, который объявил не Бог, а царь Навуходоносор на поле Дир. Помнишь? Да, конечно. Он собрал всеобщий праздник со всех стран, экумунизм. Все приехали на этот праздник, но только три верных друга – Анания, Мисаил и Азария. Они молча провозгласили весть. Если все пали, то их присутствие было очевидно как протест. Мы не будем с вами праздновать. И свидетельствует, даже если мы, говорит, и сгорим в огненной печи, и истукану твоему, говорит, не поклонимся. Да. Поэтому люди сегодня приспосабливаются. Они понимают, что за этим стоит. Что стоит за прямым свидетельством Иисуса Христа? Во-первых, за свидетельство Иисуса Христа Иоанн находится на острове Патмос. То есть мы видим, что свидетельство Иисуса Христа в христианской среде не приживается, только у остатка. И ты знаешь, я хотела сказать, что, конечно, не все служители вот так себя ведут. Конечно, боятся. Но у меня вопрос. Почему сегодня народ Божий, который называет себя остатком, его не гонят? А только потому, что они не провозглашают трехангельскую весть. Кто провозглашает трехангельскую весть, и у нас множество примеров с разных стран, их лишают голоса. Дорогой брат, у меня еще вопрос возник. 19 глава, 10 стих, который мы прочитали, здесь написано: «Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Объясни, да, пожалуйста, на основании Библии. В книге Откровения встречается это выражение не один раз. С первой главы я уже говорил, что давай смотреть, как это понять, это выражение. Я понимаю, как мы это понимаем в церкви, это правильное понятие, но оно должно все-таки подтвердиться Библией. Смотри, что здесь происходит. Иоанн является свидетелем, да, в первом тексте, да. Во втором тексте он говорит: «Я принял откровение от ангела», и говорит: «Я свидетельствую Слово Божье». И что он свидетельствует во втором тексте? Да. «И свидетельство Иисуса Христа». Да. Вот здесь свидетельство Иисуса – это вся книга Откровения, которая дана в духе пророчества. И это будет встречаться неоднократно, это выражение в 10 тексте. Он находится за это свидетельство где? Да, в 9 тексте. «Я, Иоанн, брат ваш». И соучастник в скорби за это свидетельство, соучастник в скорби и в то же самое время, но и в царствовании, и в терпении Иисуса Христа, был на острове Патмос за что? За что он находится? За Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Но он мог бы молчать и не был бы на острове Патмос. И дальше, если посмотреть, Иисус везде будет назван верным свидетелем, да? Да. Везде будет назван верным свидетелем. И в 10 главе давай посмотрим. В 10 главе Иоанн берет, так скажем, откровение из рук ангела. И в 10 тексте он говорит: «Я взял эту книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах была моя сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем, и сказал мне: тебе опять
тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах и языках и царях многих. Тебе, говорит, опять нужно свидетельствовать, нести в этот мир свидетельство Иисуса, которое дано в духе пророчества. В духе пророчества. Но здесь сразу следует ответить на вопрос, чтобы не смущать наших дорогих друзей. Я понимаю, с чем у нас ассоциируется, как у членов церкви Адвентиста Седьмого Дня, выражение «дар духа пророчества». Но я хочу сказать, что мы правильно мыслим, но давайте все-таки углубимся в текст. Что текст первоначально говорит? Иоанн по причине смерти не мог нести это свидетельство вплоть до второго пришествия Иисуса. Конечно. Очевидно, это свидетельство, это дар духа пророческого должен кто-то принять, чтобы завершить дело свидетельства. Поэтому этот дар передается верному остатку в лице сестры Уайт. Понимаешь, что? Да, и посредством ее свидетельства написана книга «Великая борьба», где предупреждены люди, как сатана в последнее время будет ставить уловки уже внутри церкви. И очевидно, я еще раз повторю, Иоанн по причине смерти, он не смог свидетельствовать о народах и племенах вплоть до второго пришествия. Этот дар он использовал для свидетельства, он почил, но этот дар не почил. Он перешел верному остатку. Слава Богу. Да, или же вот в 12 главе есть это выражение, в 17 тексте. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. То есть мы видим, вся книга Откровения пропитана этим термином. Да, да. Книга Откровения есть свидетельство Иисуса, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И это свидетельство Бог дает через ангела, и Иоанн становится свидетелем и соучастником ангелу. И все, кто подхватывает это свидетельство, становятся тоже соучастниками этого свидетельства. Иоанн начинает этими словами откровения и заканчивает словами откровения. Давай посмотрим 22 главу. Ну, в 19 главе мы уже отрывок этот читали, да? Иисус посылает ангела в 16 тексте засвидетельствовать вам сие в отношении, более правильно, в отношении церквей. 16 стих. Прям вот перекликается с первым текстом книги Откровения, да? И посмотри, в 18 тексте Иоанн говорит: «Я также свидетельствую всякому слышавшему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». И заканчивается книга, свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро». То есть практически свидетельство Иисуса дано в духе пророческом, но пророчество это подхватывают люди, и ангел им говорит: «Я сотрудник и соучастник вам и братьям вашим пророкам, как и вы. Богу поклонись». Поэтому, что касается дара духа пророческого в церкви остатка, слава Богу, что Дух Господень не умолился. Другой вопрос, как к нему относятся внутри церкви? Как сегодня встречают те, кто проповедует последнее предостережение? Вот в чем вопрос. Наша цель – посмотреть, насколько важно личное принятие свидетельства Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы засвидетельствовать в церквях, чему надлежит быть вскоре. И для этого Бог использует людей. Слава Богу, что Бог послал это откровение. Да. И я думаю, многим из нас нужно задуматься, противостою ли я этому свидетельству.
являюсь ли я бугром, который мешает увидеть членам церкви спасение Божье? Являюсь ли я тем, кто искривляет пути Божьи? Поэтому все эти слова, они очень важны и судьбоносны. Поэтому слава Господу за книгу Откровения, с которой лично я не расстаюсь ни днем, ни ночью. Потому что именно благодаря этой книге я остался в церкви остатка. Иначе бы я уже переменил бы свое убеждение. Но я вижу, что наше присутствие в церкви остатка необходимо, чтобы многие пробудились и вышли навстречу жениху. Слава Господу! Да, слава Господу! Дорогой брат, я восхищаюсь нашим Господом и сегодняшней встречей, потому что мы увидели, как Господь ведет свой народ, как дает свои откровения, и как мы сегодня рассмотрели от бытия до откровения. Да, книга Откровения пестрит предупреждением приготовления, потому что описываются две реальности, небесные, где Бог совершает ходатайственные служения, и другая земная реальность, где сатана с армией лжепосланников желают осквернить Божий народ, чтобы мы не вошли на брачный пир. Слава нашему Господу! Да, слава Господу! Дорогие друзья, ваши вопросы и пожелания присылайте на электронную почту конецвремени@mail.ru. Да благословит вас Господь! И до новых встреч!